Здравствуйте, зрители моего канала, с вами Надежда, и это интернет-проект Faberlic Online. Получила еще один заказ по 7-му каталогу, ну и, собственно говоря, давайте приступим, что же я в нем заказала. Ну, начну я, наверное, в первую очередь с новиночки, которую я долго ждала. Это сыворотка антистресс, артикул у нее 0222. Идет она вот в таком классном исполнении. Мне уже нравится такая упаковка. У нас была другая сыворотка вот в такой классной упаковке. Идет она с пипеточкой. Она жиденькая, как водичка. Такая прям совершенно, видите, течет, как водичка, хорошо впитывается. Обошлась она мне 444 рубля. Что она делает? Она устраняет следы усталости, восстанавливает здоровый цвет лица, придает сияние, стимулирует процессы регенерации кожи, препятствует преждевременному старению. Носить ее надо на очищенную кожу лица и шеи. Здесь 20 мл. Такая классная сыворотка. Очень быстро впитывается. Смотрите. Очень хорошая. Мне прям понравилось. Понравилось. Попользовалась я ей всего несколько раз пока. Ну вот, впечатления у меня не только положительные. Очень классные. Следующее, что я вам хочу показать, это будет вот такой водный спрей-освежитель для воздуха. Он у нас идет только на растительных компонентах. У него классный тут такой триггер-распылитель. Распыляет очень здорово. Такой мелкий распыл. Во-первых, он хорошо освежает помещение так за счет того, что он водный. И имеет аромат такой, знаете, ну прям, на мой вкус, это прям дыня. Живая дыня. Очень свежая, прям понравился. Замечательный. И артикул у этого освежителя 11332. Очень классный. Всем советую, потому что наши освежители ни с чем не сравнимы. Они, во-первых, на водной основе, безопасны для здоровья человека, подходят для ароматизации помещений в комнате, в туалете, в машине, ну, где везде, где вы хотите. И главное, что безопасен. Это самое главное. Вот такой классный у нас появился новый аромат – свежесть фруктов. Следующее, что я вам покажу, это будет новиночка тоже нашего каталога 7-го. Это вот такой классный ароматизатор для белья «Вишневый сад». Артикул 11283, обошел в сумме 59 рублей. Предназначен для ароматизации воздуха в шкафах, комодах, гардеробных комнатах, ну, где вам удобнее, где вам нужно. Имеет такой приятный аромат. На мой вкус это, я слышу, вишневые косточки такие. Он просто здорово. Я сейчас достала, и такой запах распространился, сильный аромат. Ну, просто класс. Рассчитан он где-то на 30 дней. Просто здоровски. Можно подвесить на вешалочку, можно положить просто в комод, как вам удобнее будет, в полочку. Это уже каждому на свой вкус. Ну, аромат просто шикарный. Всем советую попробовать. Классная новиночка. Так, ну и теперь давайте покажу вам гелевые стельки, которые шли у нас по акции. Два продукта по специальной цене. Взяла я вот такие большие стельки полностью, которые вот на всю стопу. Это гелевая стелька универсальная, артикул 11398. Это 27 размер. Они идут у нас на низкую, на обувь, на плоской подошве рассчитаны они, на любую обувь для плоской подошвы подходят. Срок службы у этих стелек всего 6 месяцев. Идут они с массажным эффектом на тканевой основе. Вот такие вот стельки. Они эффективно поглощают микроудары ноги при ходьбе, снижают нагрузку на позвоночник и суставы ног. И повторяют форму стопы, обеспечивая комфорт в течение дня. Вот подходят они, как я уже сказала, на обувь с плоской подошвой, не на каблук. Что я хочу сказать? Во-первых, они идут ткань здесь, а здесь силиконовая основа такая, да? И они, здесь у меня я брала размер 30, заявлено, что размер 27, и вот они обрезаются на ногу. У меня 35 размер, я сейчас покажу вам, как я обрезала. Вот здесь я обрезала чуть побольше, чем 35, оставила 36, хочу попробовать-то. Сначала так.
Вот такая классная стелька, хорошо она обрезается, легко очень. И надо ее класть гелевой стороной вниз. Вот, хочу попробовать ходить на работе, так как я стою на ногах целый день. Нахожусь на ногах целый день. Вот такая вот стелька классная. Ну, посмотрим. Посмотрим, как будет комфортно в ней ходиться. Вот такие вот классные стельки. Я хотела их, почему-то сначала рассчитывала, что я их вставлю в обувь на высоком каблуке, чтобы было комфортно. Но оказалось, что нет, они рассчитаны на низкую подошву, на низкий ход, как говорится. А вот, ну и второе, это шло по два продукта по специальной цене. Взяла еще вот одни такие же гелевые вкладыши под стопу. Я в прошлое видео показывала, и вот хочу показать, как я их вставила в туфли. Наши туфли от Faberlic. И вот сюда я вставила эти гелевые стелечки под стопу. Что я хочу сказать? Во-первых, вот здесь в Faberlic-овской обуви это, конечно, эко-кожа, и она, когда нога потеет, начинает у меня все это скользить. Скользить, и я прямо чуть ли не теряю эти туфли, когда хожу. И вот попробовала вставить, и думаю, что мне вот это поможет. Посмотрим, еще пока не пробовала. У меня такие стельки вставлены во все другие обуви. Я полностью довольна. Ну вот посмотрим, как буду ходить в этих туфлях, потому что, я говорю, я их прям чуть ли не теряю. Хожу, и у меня все вот так вот проскакивает. Вот такую. Вот так они смотрятся, когда их вставить. Следующее, хочу, что я вам показать, это будет карандаш от натирания кожи ступней, серия Эксперт Фарма, артикул 1695, обошелся он мне 74 рубля по очень хорошей цене. Он создает защитную пленку, препятствует появлению мозоли, смягчает кожу, содержит масло арники, аллантоин и витамин Е. И хорошо, особенно для новой обуви, когда вот вы знаете, что точно 100% вы натрете, заранее нанести, чтобы не натереть. Он совершенно прозрачный, не оставляет никакой пленки, никакого следа на обуви. И вот я вот сейчас нанесла на руку и чувствую, как вот такая как бы сухость вот хорошо впитывается очень. Ну, посмотрим, еще я им не пользовалась. Пока такой необходимости у меня нет, но когда вы знаете, когда только покупаешь новую обувь и обязательно натрешь мозоль, то вот такого карандаша практически никогда у нас не бывает в наличии, чтобы сразу воспользоваться. Поэтому вот, когда увидела такую хорошую цену на этот карандашик, думаю, надо прикупить, потому что мало ли всегда пригодится. Когда, как говорится, когда он нужен, его никогда нет. Вот такой классный карандаш. Следующее, что я вам хочу показать, это мой любимый тоник для лица. Артикул 0259, кислородное дыхание серии. Обошелся он мне со скидкой 50%, так как я там выигрывала бонус 50% по уходу за лицом. Обошелся он мне 100 рублей. Он дает ощущение свежести, чистоты, комфорта. Хорошо впитывается, увлажняет, очень хорошо. Нравится мне этот тоник. И вот заказала его повторно, второй раз. Классный. Как я уже сказала, обошелся он мне всего-навсего 100 рублей. Очень классный тоник. Следующее, что я вам хочу показать, это маска для лица двойного действия, увлажнения и питания из серии ProLixir. Артикул у нее 0724. Он шел по распродаже нашей закрытой для консультантов и обошелся он мне всего-навсего 37 рублей. Ну, так как у него подходит срок годности до июля месяца, по-моему. Ну, я думаю, что я быстро эту гель-масочку использую до срока годности. Эффективно она увлажняет, защищает от сухости и потери эластичности, выводит токсины, содержит гиалуроновую кислоту, которая в составе удерживает влагу, делает кожу гладкой. Мне эта масочка очень нравится. Ее надо нанести на несколько минут и смыть водой. Классная, покупаю не первый раз. Замечательная маска и очень хорошо увлажняет кожу. Просто всем советую попробовать. Тем более вот по такой акции, которая досталась, ну это вообще сущие копейки. Вот такая классная масочка. Ну и что еще вам хочу показать. Это вот новинку нашего 7-го каталога. Вот такой антипригарный коврик. Он довольно интересный, я хочу сказать.
Я такой коврик вижу первый раз. Он не силиконовый. Какой-то более такая, как будто бумага пропитана чем-то. Вот как-то, видите, какой тоненький. Вот на самом деле, как будто бумага чем-то покрытая. Даже, или ткань как будто чем-то покрыта тоненькая. Даже не могу сказать. Вот так интересно он выглядит. У него идет размер 33 на 40 сантиметров. Состав заявлено антипригарное покрытие, антипригарное полотно. Артикул у него 11425 и обошелся он мне 333 рубля. Его не надо смазывать, он подходит для выпечки любых изделий, там пирожков, печенья, пиццы, что хотите. Хорошо моется, продукты к нему не прилипают, и срок службы заявлено 3 года при ежедневном применении. Представляете, какой у него срок службы большой. Вот такой классный коврик. Я еще не пробовала его. Мне прям очень интересно. Вот в ближайшее время постараюсь попробовать. Что же это за коврик такой интересный? Прям вот, как сказать, заинтриговал. Ну вот нету пока времени что-то испечь. Ну все, дорогие зрители, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кто хочет стать дисконтным покупателем, ссылочка на регистрацию внизу. Проходите по ссылке, регистрируйтесь. Регистрация бесплатная, паспортные данные не нужны. С вами была Надежда. Всего вам доброго.